развитие своей творческой карьеры сыграла гаечку в черте Дейли. Но несмотря на это, она мила, обаятельная и не знает подбоя от многочисленных поклонников. Дарья Рыбкина, номер 3. Номер 4. Артем Карпов, первый курс школы гуманитарных наук. Счастливый патриот своей родины, изысканным манером в одежде, обязан кутюрье со спортивки. В его душе стоит Советский Союз, и он хочет жить в сердцах людей так же долго, как и Владимир Ильич Ленин. Мечтал в детстве стать космонавтом, а уже сегодня он достиг еще одного рубежа. Артем Карпов, номер 4. Номер 5. Салма Хайдапова, второй курс школы экономики и менеджмента. Верит, что вызов степных духов поможет ей выиграть на нашем конкурсе. Ярко выраженные бурятские корни повлияли на ее любовь к фильму с широко закрытыми глазами. Как настоящая бурятская женщина, она и Сайгака на скаку остановит и в горящую избу войдет. После третьей чашки кумыса становится настоящей королевой хип-хопа. Салмак Хайдапова, номер 5. Номер 6. Денис Неверов, четвертый курс школы экономики и менеджмента. Секретный агент 007. Формула его успеха проста. Целуй медленно, прощай быстро, танцуй, будто никто не видит, пой, будто никто не слышит. На прошлой сессии ощутил себя в главной роли фильма «Миссия невыполнима». Мало кто знает, что он также является автором знаменитого хита «Я Байник». Денис Неверов, номер 6. Номер 7. Ирина Питина, первый курс Восточного института школы региональных и международных исследований. Изящно и элегантно, как маленькое классическое платье из коллекции Коко Шанель. Высокий каблучок и острый язычок – вот тайное оружие этой юной леди, нарушающей все стереотипы о блондинках. Считает себя желанным сокровищем любого Джека Воробья. Сыгранные первые роли – Снежинка, Снежок, Сугроб. Мечтает дорасти до роли Снеговика. Ирина Пикина, номер 7. Номер 8. Никита Зубарев, первый курс школы гуманитарных наук. Будущий Джастин Бибер российской эстрады периодически опаздывает на пары, так как его укладка превыше всего. Своим чарующим голосом Никита готов будить свою девушку по утрам серенадами. Именно поэтому он все еще в поиске. Как Роберт Дауни-младший, является любимцем девушек и душой компании среди друзей. Никита Зубарев, номер 8. Номер 9. Александра Журавлева, четвертый курс школы гуманитарных наук. Очень хорошо танцует на сцене, но проявляет всю особенность своего хобби в приватном исполнении. Этого Журавля кукушка перебросила из Алитеи в Паралии. Единственный прокол в ее жизни – прокол в носу. Несмотря на то, что она внешне изящная и грациоза, Саша выросла со стальным характером, так как в детстве ее увлекали не сказки Андерсона, а фильмы ужасов. Александра Журавлева, номер 9. Номер 10. Иван Пересторон, четвертый курс инженерной школы. Мог бы стать легендой нашего футбола, но мама сказала, что скрипка для настоящих мужчин. Он настоящий джентльмен. И единственное, кого он может расстроить, это гитара. Журнал «Растительность» оценил его ноги по достоинству. Его харизма и обаяние позволили бы ему сыграть великого Гэтсби и, в отличие от Ди Каприо, получить вожделенный Оскар. Иван Пересторонин, номер 10. Номер 11. Виктория Шестопалова, четвертый курс инженерной школы. Она обязательно спасет этот мир, если до этого не уйдет в монастырь. Само собой, ведь она талантлива, как Агилера, харизматична, как Ургант и шутит, как Галустян. А наш конкурс научит ее танцевать, что сделает из нее универсальную артистку. Виктория Шестопалова, номер 11. Номер 12. Владислав Стрюк, второй курс профессионального колледжа ДВФУ. Его трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. В детстве его первой игрушкой стал вокальный микрофон. Он был настолько самостоятельным мальчиком, что сам себе пел колыбельные. Его ангельскому голосу мог бы позавидовать сам Лучано на Паваротти. А виртуозной игре на гитаре у него учился сам дедуля. Владислав Стрюк, номер 13.